Что и ой, зараз было зроблено. Распочинаем глядеть товарыски. Удар поворотом идзе, и забираем мяч достаточно больше пильно. Зараз будем сашить за футболом. Покуль вось есть максимость у нашей сборной перейти в атаку. Але достаточно активно сустракают наших футболистов армянки. Бачим и далекий удар от Натальи Асмыкович. Ведаем мы по этом компоненте. Вельми активно гуляя Светлана Амбарцумян. И вот может быть небеспешный момент для нашей сборной. Другая спроба пробить. Первая была отбита. Подача у штрафную. Удар у бок брамы. Не фиксует мяч Яна Арутюнян. Подается все-таки до Смыкович. Але сустракается с ним Наталья. С другой спробы. Закидывая на Диану Бакум. И не сдолила Бакум. Первых. Раз пауфланг спробует белорусский атаку разгорнуть. Пасу центр на Наталью Асмыкович. Треба бить. Удар и гол! 1-0. Робит лик. 17-й номер сборной Беларуси Наталья Асмыкович. Ну, саправды, поважанные глядачи, нагуляли белоруски на гэтый гол. Вельми много активности, вельми много атак. И той выник, який сапраўды повинен быть после первого тайма, усталёвывается и забивает свой мяч Наталья Асмыкович. Бачим мы, что спробовала отбить мяч Яна Арутюнян, але летит мяч под руку армянской брат. И выходит гэта футболистка. Наши футболистки. Домін аддае перадачу з мячом Наталя Асмыкович. Мяч яна прытрымала, адчапілася ад суперніцы і фіксуе галоўны арбітр. Все ж таки пенальці ставіць галоўны арбітр. Фіксуецца, канешне ж, фол з боку армянскіх футбалістак. Был гэты момант на мяжы штрафной, і трэба было паглядзець, будзе гэта штрафны удар ці пенальці. Все ж таки парушэнне было у штрафной пляцоўцы. Парушае правілы Забелем Парян. І бачым мы, што ўсё ж такі так, трапляе на па нагах Яўгеній Якусік. Пенальці прызначаецца ў браму зборнай Арменіі. Каля мяча Наталя Асмыкович, і заходзіць гэтая футбалістка на дубль. Асмыкович супраць Арутюнян, Арутюнян супраць Асмыкович. Паглядзім, хто выйдзе пераможцам з гэтай дуэлі. Прабівае Наталя Асмыкович, у той жа кут ляціць і Яна Арутюнян. Падавалася, што меней бачым мы, як узрушыліся яны пасля пенальці, як пачалі гуляць, і вось літаральна міліметраў даходзіць мяч да Яны Домін. Разгортвае 15-й нумар атаку праз Наталю Асмыкович. Асмыкович аддае перадачу на Діяну Бакум. Бакум у штрафной прабівае, і знов Яна Арутюнян. Подача, удар і гол забівае наша зборная. 2-0 робіцца лік. І атрымлівае віншаванні Настасія Кунцевіч, калі я не памыляюся, менавіта яна гэтую падачу замыкала. Прычым вельмі якасным тэхнічным дзеяннем. Нічога тут ужо не магла зрабіць Яна Арутюнян. Бачым мы яе эмоцыі і паглядзім паўтор. І бачым, як Настасія Кунцевіч нагой замыкае гэтую перадачу. Не здолела ёй нейкі супраціў аказаць. Скончваецца нічым. Але застаецца мяч у зборнай Беларусі. Небяспечна можа быць. Мяч у штрафной, трэба біць. І недакладны удар. Лізавета Гіба з мячом закідвае моцна наперад, кудысь у бок Діяни Бакум і Наталі Асмыковича. Асмыкович з мячом сустракаецца, апрацовує, пробиває, гол!
3-0 робить лік Наталя Смикович. Усе ж таки не про спінальті, а голом з гульні робить дубль Наталя Смикович. Отзначаем вельми якосную ее працу. Каля межа штрафной, вельми якосный удар. Муха не сгубилась под этим тиском. Смыкович с мячом. Две партнерки отчиняются под яе. Отрымливая мяч Диана Бакум. Але у офсайде находилась 13-й номер сборной Беларуси. Ничего не додает до сегодняшней гульни. Головный судья матча.